нужна весна, и все ей рада, как в забытьи каком стоишь, и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Мое настроение сейчас полностью созвучно лирике Ивана Бунина. Приветствую вас на телеканале Алекс ЮА. Я Ольга Колганова, и это моя весенняя реплика в эфире. По календарю весна начинается 1 марта. Природа пробуждается, на кустах и деревьях появляются почки. Начинают зеленеть листья вербы, ольхи и березы. В конце апреля и в мае расцветает много цветов, а некоторые пробиваются прямо из-под снега с позеленевшими листиками и бутонами еще в марте. Весной солнце все выше поднимается над землей, на реках начинается ледоход. Прилетают перелетные птицы. Кстати, раньше всех из теплых стран возвращаются грачи и скворцы. В старину наблюдения за природой помогали установить лучшие сроки проведения сельскохозяйственных работ и своевременно подготовиться к ним. Люди могли предугадать, какими будут предстоящие дни и месяцы, исходя из народных примет. Ведь гидрометцентр появился только в 18 веке. Если, к примеру, ранней весной сверкает молния, но грома не слышно, то долгожданное лето будет жарким и сухим. А быстрое таяние снега и льда на реках говорит о дождливом лете. Весна – восхитительное время года. Природа просыпается и наполняется энергией, жизнью. День становится длиннее. Солнце греет теплее с каждым днем. Повсюду разносится щебетание птиц. В народе даже появилось выражение «в воздухе весной пахнет». Природа весной – это особый мир, который поражает своей необыкновенной естественной красотой. Всего за 3 весенних месяца природа успевает пережить огромные метаморфозы. Ни одна другая пора года не может похвастать такими изменениями, которые происходят весной. С природой понятно. А что люди? Они тоже просыпаются от карантинной спячки. В четырех стенах никого не удержать. Девушки как будто ждут ключевое слово – весна. Они спешат выгулять яркие платья, тонкие талии и новые туфли. Даже политики затихают, чувствуя отсутствие политического спроса на их сварливые спичи. Дата 1 марта – сама по себе хорошая новость – весна. Это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Планы на год составляй весной, а планы на день – утром, гласит китайская пословица. Весна как женщина. Она либо приходит внезапно, либо заставляет себя ждать. Весной оживает не только природа, но и чувства. Весной всех наполняет любовь. Весной как никогда хочется говорить о своих чувствах и парить на крыльях любви. Давайте искать или сами будем создавать повод для радости и искренне улыбаться весеннему солнышку. Давайте наполнять позитивом пространство вокруг себя. А мы с вами увидимся на телеканале Алекс ЮА.